Диаграмма просмотров за 28 дней на вечер 25 мая. Сама диаграмма, теперь значение 27 апреля было до 17, потом падение до 17, 28 дней. Вот. Большой рост, снова падение. Рекорд 9 мая был. 11 мая, потом во вторник 17 мая 220 тысяч, и снижение, новый рекорд был 23 мая, понедельник, 331 373. Просмотра за сутки было. Вторник 24 мая было 94 тысячи 309. И это диаграмма на вечер 25 мая. Это агрегатор по диаграмме за 28 дней у нас меняется по вечерам.